Возьмем две чашки Петри и поместим в них смоченные водой семена тыквы. Одно семя оставим для прорастания в комнате при температуре 19-20 градусов Цельсия. Другое семя уберем в холодильник, где температура не превышает 5 градусов Цельсия. Оценим результаты опыта через 5 дней. Мы видим, что в условиях низких температур семя тыквы не проросло. При температуре около 20 градусов семя проросло. Хорошо заметен рост зародышевого корешка.